Я хочу вам сказать одну интересную вещь. Здесь присутствует ее мама, которая записала песни к фильму о Мише Япончике. Вот. Так что пока она была. А дочери Ляля сейчас поет эту песню, которую вы слушали сейчас на французском, только немножко в другой интерпретации. Я так ее видел. Но с режиссерами порой бывает очень сложно спорить, они по-другому эту песню сделали. А мы покажем так, как мне хочется до вас донести. Олег, мы можем вернуться к сопровождению?